Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить с вами о бренде MAC, а именно о губных помадах. И у меня в наличии сейчас три оттенка. Это Ruby Woo, Snoop и Cream de Nude. И текстуры абсолютно разные. Я бы хотела поговорить, узнать ваше мнение и также высказать свое и сказать, что стоит ли покупать эти помады, есть ли альтернатива и, в принципе, цена завышено, можно так сказать, если покупать через посредника. И, в принципе, я считаю, что есть намного-намного лучше даже в масс-маркете помады. И давайте начнем, наверное, с первой помады под названием Cream de Nude. Это на данный момент является одним из моих любимых оттенков под макияж, если вы делаете выразительный макияж глаз. В принципе, очень приятный оттенок, и он подойдет практически всем. Текстура крем-шин, пахнет ванилью, и наношу я этот оттенок в несколько раз. Вот так выглядит. Мне нравится, когда я наношу эту помаду, ощущение вот такого комфорта и как бы масла на губах. Она хорошо ухаживает, увлажняет, питает губы. Но насчет стойкости, в принципе, если не пить, то 2-3 часа и обязательно нужно обновлять. И я у кого-то слышала на форуме, кто-то говорил про помады MAC, рассказывал, и кто-то говорил, что у них помада MAC держится 6 часов. Для меня, по крайней мере, это открытие, я никогда такого не слышала. Но, возможно, у кого-то и да, но, в принципе, держатся они недолго абсолютно. И следующий оттенок — это матовая серия Ruby Woo. Яркий классический красный цвет, очень-очень красивый, и чаще всего я получаю комплименты, когда наношу эту помаду. Очень красивый такой насыщенный оттенок красный, и вот так выглядит. Вот так выглядит Ruby Woo, абсолютно матово. И эта помада, когда вы наносите, просто невероятно красивый сочный цвет, также передается, как и в тюбике. Опять же, плотное покрытие, но через какое-то время появляется такой как бы островок на губах, она немножечко как бы съедается, и на моих губах она абсолютно долго не держится. То есть 5 часов, 6, конечно же, нет, но опять же, для фотосессии, ну, конечно же, порадовать себя, возможно, кто-то и любит, любит помады MAC. Я не говорю, что я не люблю их, и они мне не нравятся, или мне очень нравятся. Мне нравятся помады MAC исключительно за богатую линейку, за разные текстуры, и, конечно же, я хочу попробовать оттенки, которые я еще не пробовала, и текстуры. А так, в принципе, я ставлю четверочку. За стойкость, конечно же, стойкость у них не ахти, и нужно постоянно обновлять. И также следующий оттеночек — это Snoop. Очень красивый оттенок, такой приятный. Он у меня сейчас на губах. Опять же, плотное, хорошее покрытие. Я наношу когда в один слой, когда в два слоя. И это у нас сатин текстура помады. Вот такой оттенок, в принципе. Но, опять же, его нужно обновлять. 3-4 часа он держится, я его, эту помадку обязательно обновляю. Опять же, если говорить, есть ли альтернатива помада MAC, конечно же, есть в масс-маркете. Я открыла для себя бренд любимейшей Милани, и эти помады держатся намного дольше, они очень комфортно, они хорошо питают губы, у них тоже огромнейший ассортимент, и стоят они намного дешевле, в принципе, очень-очень мне нравится, и я рекомендую вам попробовать. Если вы где-нибудь в интернет-магазинах найдете, обязательно пробуйте. Держатся они великолепно, опять же, тоже дорого смотрится на губах, хорошо питают, увлажняют, и у них очень приятная душка, хорошая линейка, и на порядок стоит дешевле, и я очень хочу, чтобы в бренде Милани, опять же, расширился ассортимент, было бы побольше бы цветов, конечно же. А так, в принципе, MAC мне нравится, но я не могу сказать, что я прям в сильном таком восторге. Опять же, нравится MAC только из-за оттенков, разных текстур, потому что оттенки у них действительно очень шикарные, очень красивые. И, опять же, ну вот такой мой был отзыв. Всем приятного просмотра, пока-пока, и до новых встреч на моем канале.